Давно это у них? Я не знаю, не интересовался. Че, ревнуешь? Да нет, просто интересно. Каждый человек, но когда-нибудь терял, уж не понаслышке знать, что такое ревновать, когда твой любимый человек тянется губам, но уже не к твоим губам. Как же я ревную тебя к тем пацанам, кто тянет свои губы к твоим нежным.